Доброго всего времени суток, с вами Тексер, Fishing North Atlantic, и пойдем ловить омаров. Да нет, блин, на этой лодке хрен пойдешь куда вообще, ладно, хоть куда-то пойдем сейчас. Из этого порта выйду, не из порта, из зоны порта, черт возьми. Я вроде все в прошлой серии взял, а у меня сейчас оно... организовано для ловли омаров. Ловушки, наживка, я так понимаю, стол для приготовления наживки, стол для измерения и обнюхивания чертовых омаров. У меня есть для этого экипаж. Так. Как ловится омар? Я сходил, посмотрел. Подсказок вот этих вот на них не будет. Черта с два. Но... по слухам, где-то вот тут омары водятся. Поэтому давайте я сюда схожу. Омаров видно на локаторе. На локаторе. На эхолоте. Поэтому сейчас мы что-нибудь такое поищем. Так. Эхолот. Ой, смотрите, сколько рыб. А эта рыба была там, наверное, да? Не тут. Тут, наверное, ни хренища. Вот так вот. В океан. И поплыли. 20. Где-то глубина, черт возьми. Вот глубина. Глубина, я так понимаю, 20. Ну, поставим на соточку. Соточка. Текущая глубина под лодкой. 21. Ну, пока там хрен ночевал. По газам. Куда я сейчас еду? Туда еду. А, надо вот туда, наверное, выруливать, левее. Давайте попробуем. Стандартная какая-то красная такая фигня на дне показывается. Ну и что-то пока тут, как видите, пусто. Я не знаю, появится красная фигня, не появится. Ой, темно все это и туманно. Пока нету. Ну что ж, как появится, я снова запись включу. Ну, в общем, плавал я, плавал, так ни хрена на радаре и не нашел. Если геймплей вот с ловли омаров подразумевает под собой это тупейшее плавание, пока у тебя тут что-то не появится, ну, идет он в пень тогда. Ладно, отправляю народ. Закидывает ловушки, поймается, поймается, не поймается, не поймается, пошло оно в пень. Так, ты сюда, ты наживите поставить. Почему крабов? А я же вроде омаров, нет? Ладно, неважно. Это все, неважно. Должен же я, должен ли я идти ему и пальцем указывать, что типа давай или нет? А хрен его знает, да? Наживить. Хорошо, я даже не против. Наживить. Починить. Выборка. Сортировать. Кто-то видит? Наживить. Я? Нет. Выборка, сортировать. Я не знаю. Я что ли должен наживить? Окей, я пойду наживлю. Других-то тут нет, кто может наживить. Давай. Хо! Взять. Та-та-ра-та-ра-та. Обана! Во! Занялся. Фигач, дядька. Сколько у меня ловушек? Это у меня немного ловушек. Я думаю, он сам разберется, когда что бросать, да? А я лучше пойду разберусь, куда нам плыть. Крабов нет. Ну, в принципе, нормально. Идем 19 метров, все хорошо. Ну что, чувак?
А, 100 метров, хорошо. Так я, да, втоплю. Ленор, поплыли. Мой скоростной катер, давай. Не уверен, что он сам поставит. А нет, сам поставил. Молодца, молодца. Фигач следующее. Я не вижу ничего на этом эхолоте. Но поскольку на том видео, которое я смотрел, потому что в игре вообще ни хрена нету. В игре вообще нет просто ни хрена в справочнике. А виды рыбы открываем. Омар. Бла-бла-бла, омар. Бла-бла-бла, омар. Ни хрена по игре. А, орудие лова. Омар. Тоже. Это, конечно, интересно, наверное, кому-то. Но точно не мне. Как использовать тоже. Порубить рыбу, запихать в приманку, бросить. Все. Больше ничего. Где ловить? Черт его знает. Даже про глубины ничего. То есть я посмотрел видео, видимо, человек тоже эмпирическим путем доходил, как тут ловить. Очень все в игре с ним хреново. Вот прям вот очень. Ну, как видите, вот все работает. Я ставлю ловушку, чуть поймаю, чуть не поймаю. Интерес чисто академический. Вот можно на этом Леноре ловить крабов или нет? А можно в игре ловить крабов или нет? А, я вижу, человек уже... Так. Я вижу, ему не хватает приманки. Все, норм, приманки хватает. Че замер-то? Давай, фигач. Я взял приманку, я вернул приманку. Нормально. Я один брикет порубил, у меня из морозилки. Я думаю, мне хватит. Вот это что такое? Я не знаю, что за ящик, кстати. А, для омаров, наверное. Так, 7 ловушек еще. Там ничего нету. Ну, нормально. Он фигачит эти ловушки туда за борт. На самом деле, мне кажется, можно еще сильнее втопить. Но пока не буду. Пусть кидает. Ладно, пойду за руль. Я думал, ему приманки не хватает, он стоит, а так все нормально, в принципе. 17 метров, 17 метров, мне кажется, все хорошо. Мне кажется, так оно где-то и должно быть. В районе 20 метров. Потому что я видел, человек прям вот от этой вот штуки просто вот сюда пошел. Ну, у него сразу омар показал, красненькая хреновина такая сидела вот на нижней линии. Вот, и он начал кидать ловушки. Я хреновину не видел, но ловушки покидаю. Единственное, что, может, я в остров впилюсь своими ловушками. Сколько у меня? 12 штук у меня вроде как. То есть еще 5. Еще 5 же? Ну да, типа того. А еще 5 я в остров впилюсь. Ну, надо, начнем заворачивать тогда. Какая разница. Туда пойду. Все омары моими будут. Как я уже говорил, в принципе, я просто пробую, что тут есть. Заработки меня интересуют крайне слабо, потому что я уже понял, что либо ярусами, либо сетью я бабла всегда нафигачу. То есть, либо так, либо так. Омары принесут денег, хорошо, нет. Я просто выйду и сетями наловлю рыбы на следующий корабль. Сколько он там, 600 стоит или я за 600 купил? Ну, короче, не помню. Сколько следующий корабль стоит, надо будет в порту посмотреть. Ну вот, проблемы в деньгах в игре нету. Да, игру фиксили, тут крутили, блин, цены, крутили рыбу. А где? Мы еще говорили, яма есть. В углу и в яме прям. А, вот в этой, наверное, яме, да? Вот в этой яме, говорят, рыба водится. Ну, сплаваем потом, если что. Если буду зарабатывать на новый корабль, вернее, когда я буду зарабатывать на новый корабль, сплаваем, половим. Потому что сетью, в принципе, мне понравилось. Сетью там полный трюм обеспечен. Ну, оно и логично. А вот это вот с ловушками геморрой. Может, не геморрой, может, я ошибаюсь. Может, не надо на эхолоте их высматривать, этих омаров. Если не надо, то прекрасно. То есть, ну...
в игре хотя бы написали, что на глубинах до 25 метров надо ловить омаров. То есть выходишь на шельф и пошел ловить омаров. Ну как-то вот какая-то инструкция действия должна быть, вот как мне их ловить? Вы видели, что какая там обучалка по этому поводу, да? Не, может в игре есть обучалка такая по этапам. Типа, выйдите туда, да, поставьте. Может. Но если сводится к тому, что узрите на экране омара, пошли им заняться таким геймплеем. Я не хочу посмотреть на экране омаров. Так, ну, мне кажется, омарами я трюм точно не набью. Ну, потому что их немного. Они не тоннами ловятся. Поэтому, я думаю, за заход мы все 12 ловушек соберем. Сейчас он выкинет последнюю и будем развлекаться. Ушло. А, отлично. А, управление командой. Ты все починил, все починил. Отдыхать идите. Так, а мы... Открой. Круг. А мы кругаля дадим. Вот так. Погнали. У меня, кстати, топливо не вагон. Вот в чем. Топливо у нас не вагон. Я ж стою? Я стою. Ага. Почти полбака. Такая вот жопка, в общем-то. Так, ладно. Встаю. И к часам. А сколько стоят мои ловушки уже? Они стоят уже 2 часа. Ну, то есть часов 10 я могу смело, наверное, мотать. Мне кажется, они так же, как сеть, работают. Так, 10 часов, 10 часов, 10 часов. Опаньки, сейчас посмотрим. А это еще или уже? Не знаю. Ну, давайте еще. Давайте еще часа 2. Двенадцать часов. Чё-то как-то паршиво, да? Непонятно. 12. Ну давай, ладно, жмем до 15. Но я не думаю, что 3 часа надо было ждать что-нибудь такое. Я думаю, нет. 3. Смотрим. О, пожелтели. Ну, типа набирается. Так, хорошо. Нам надо синюю. То есть тут еще стадии дофига. То есть 2 часа будет, наверное, норм. Зеленая. 17 часов. А давайте тогда еще час. Я так понимаю, поклевок тут нет. О, все, можно. Можно. Так, погнали. Так. Отлично. Где мои ловушечки? Вон мои ловушечки. Или это не мои ловушечки? Или это вообще не ловушечки? Странно, да? Вот тут что-то вроде есть, и тут. А, я вот так вот. Бег пьяного енота через поля это называется. Я понял. Так, народ! Так, выборка. Сортировать. Пошел. Пошел, пошел. Ничем я тут изображать из себя. Самое ненавистное вот в подобных играх, в подобных, как будто их много подобных, да, крабов мерить. Вот как, это не, кстати, в Fishing Barents Sea этого бреда, по-моему, не было с измерением, да? Это в Deadly Sketch они сделали. Хотя, скорее всего, не они, нет, не они, не они ту игру делали, они Баренцево море делали. Вот, вот это измерение крабов, пипец. Даже близко не хочу таким заниматься. Как хорошо, что есть непись для этого. А омаров тоже измерять надо, если что. Ну, обаня. Не поймана малая популяция. Как здорово. Реально их надо было на радаре тут смотреть. Ну ладно. Я еще не до конца разочарован, но, блин. Дерьмовенько.
Ловить клуб при таком... Да, блин, что за меня напало-то? Ловить при таком раскладе омаров сами. Разработчики, блин. Ну ладно, может сейчас что попадется. Я просто на дисплей-то посмотрю, и там прекрасно вот ничего нету. То есть тут омаров нет. А как я найду, где они есть? Я буду метаться по окрестностям и искать. Ёлки. Есть более интересный геймплей. То есть вот, вот этот поиск, он совершенно в игре не радует. Ну, как бы нет большого желания. Я так понимаю, я вообще тут ничего не поймаю. Смотрите, винт стоит, не крутится. А, он на стоп ставит, когда ловушку вытаскивает. Все. Моя, поняли? Просто, ну вот глубина. Я повторил то, что наблюдал в видео. За неимением каких-то других учебных материалов. Я повторил то, что в видео. Выйти сюда, тут 20 метров, 24-25. Я на радаре никого не увидел, я просто поставил здесь ловушки. Я же могу поставить ловушки, могу. Я могу не поймать омаров. Могу. Разрабы могут сделать хреновую игру, а что им мешает-то? Могут. Вот этот момент в игре хреновый. Потому что все хорошо до определенного предела. Можно сделать крафтилку. Где, допустим, ну, вот тот же Вурм, да? Вурм мне нравится, Вурм хорошая штука. Там очень тягомотный крафт, очень долгий. Но, есть нюанс. При том, насколько он долгий, там построить в одиночку корабль совсем не то, что в реале построить в одиночку корабль. Что, не вытащил, что ли? Вот туда идешь. В реале в одиночку корабль можешь не пытаться строить. Ну, если получится, у тебя несколько лет на это уйдет. То есть, если бы в игре сделали один в один, постройку корабля, да, с вбиванием каждого гвоздя и всего такого, ну, представляете, что это было бы, там, я думаю, кораблей практически не было. И чё? Выбирай ловушку-то. Ты для чего стоишь? Охреневший вообще. Ему нажимать надо теперь кнопку, сам не выбирает. Вот. То есть, не там 400 пегов этих забить в корабль, а несколько тысяч, сколько их должно быть, их гвоздей там, и все такое. И каждую досочку, да еще на место. Это, программно это можно сделать. Программно, чтобы ты ходил по этому кораблю, прибивал каждую досочку на свое место, каждую балку, каждый гвоздик забивал. А будешь такое играть? Нет, конечно. Так и тут. Они, похоже, перегнули палку вот с этим вот, с нудностью вот этой рыбалки. Возможно, это не так, но... Смотрите, я вообще ничего не поймал. Поставив просто на глубине, я ничего не поймал. То есть я должен утюжить акваторию с включенным этим сонаром, пока не увижу на ней омара. Но при этом я не знаю, какая у него полоса захвата. Тут это тоже никак не оговаривается. Вот, вот такая вот она полоса захвата. И она только под кораблем видит. То есть вот тут рядом омар сидит, я его не вижу. Тут это не оговаривается вообще никак. Поэтому как плотно мне челночить акваторию нужно, я тоже не знаю. То есть зигзаг вот этот. Туда, обратно, как поле пахать. Как часто мне нужно зигзаги эти прокладывать, чтобы омаров найти? Ну, я не знаю. Никак не оговорено. Забирай. Чё, серьезно? Поймал кого-то, смотрите. Ну, давай посмотрим. Кого поймали-то? Вах! Один, два и... Я даже выйду ради такого. Что там у нас есть? Он в руке какого-то рака держит. Ящик тут зря стоит. Ну ок. Одного крабика поймали. Не, ставить не надо, надо убирать. Не надо ставить. Зря он его заготовил там, погнали. Так. 26 кило лобстеров я наловил. Круто, круто. Я думал вообще ничего не будет. Ну короче, вот так вот на отвали ставить тут можно и все. Примерно на 20 метрах ставишь.
Есть омара, есть омара. Нет, ну не повезло мне сегодня, ну и пофигу, типа. Вот как-то так. Не поймано, мало популяции. Вот так. Что-то он перестал сам выбирать, я не знаю почему. Ну вот, один клюнул. Один клюнул. Ну, одна ловушка клюнула. Это понятно, что не один омар там. 26 кило таких не бывает, 27 кило. Но, блин, мой трюм на 20 тонн, он не для этих омаров. Думаете, они конских денег стоят? Ни хрена. Нет, они дороже, чем рыба стоят. Ну, чем это? Просто. Чем просто рыба. Тунец, по-моему, дороже. Не поймано. Ну, сейчас мы на чем-нибудь притормозим. Я сейчас могу. Я маленькую скорость просто задам. Так, просто вот финансы, цены на рыбу. Вот, долбанные омары, 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 омары. Омар. Такой он коричневый. 50%. Тут непонятно все-таки цена какая-то. Процент. В чем эти проценты? Ну, видите, он в середке рыбы находится. То есть, меч рыба, она дороже. За килограмм. Меч рыбы я ловлю тоннами. Омаров я ловлю килограммами. А это что такое? Я включать не хочу. А, внутренний не хочу, да. То есть я сейчас спалил кучу топлива, потратился на приманки, я поймал 27 кило омаров. Сам вытащил. Он то спрашивает, то не спрашивает. Вот скотина-то какая, а. Так, что там? Еще три ловушки осталось. Ну, в принципе, уже понятно, да. В общем, повторюсь, я уверен, что в игре можно поймать омаров. Можно поймать много омаров. Но для этого надо часами сидеть, таращиться на этот дисплей. Это не тот геймплей, который мне хотелось бы. Чё ты там, выловить не можешь, что ли? Конец обленился. Не поймано. А чё ты сразу не вытащил? Он там нагнулся там, корячится как бы, поймать не может. Я каких-то хреновых рыбаков себе набрал. Давай, ладно, я потихоньку подойду, ладно, я посмотрю, он сам способен ее выловить, или мне все-таки надо ему нажимать. Ну, просто какие-то моменты он сам ловит. Очень интересно, в какие, да? Но. Ну, лови ее. Малая популяция, блин. Что он делает, он что-то поймал, что ли? Что, хочешь сказать, клюет? Нет. Это он делает вид, что выбирает ловушку. Вот, зараза. В общем, господа, сети наши все. Сейчас тогда по портам какой корабль следующий. И тогда на следующем видео я буду просто на него зарабатывать деньги. Или, не знаю, или за кадром давайте заработаю. Пишите, что по этому поводу думаете. За кадром махнуть или в кадре пофигачим сетями. Я думаю, сетями будет хорошо. Потому что сетями мне понравилось. Половина сетей полный трюм. Половина сетей полный трюм. Там просто если конвейер такой устроить, там папки можно грести просто охапками. Ерусами мне ловить не очень, а вот сетью просто офигенно. Ну давай ты последнюю себе ри. А, я не ту кнопку жму. Я думаю, что у меня газ-то не включается, а я вместо В жму Е. Ну да, далеко, согласен. Сейчас мы тебе поможем. Давай, и назад. Рыб не пойму, а сейчас он сам вытащил. Вот, ну вот такая вот ботва. Что пи? Пи ему. Ты выбрал ловушку? Выбрал. Все, иди отсюда. Так, что? А, ладно, выбрал же. Выбрал.
наверное. Ушли. Ну чё, в порт? Да, в ближайшее заодно и топливо куплю. Причалить. А рыба на борту, да. Общий доход 720 денег. У срац, как хороший доход. Так, репутация джуниор. Плюс. Ну, уже не джуниор, видимо. Так, ладно, хорошо. Обслуживание. Обслуживание. Давай топличка купим. Даже топливо не окупилось. Оснастка. Ловля сетью. Снарядить. Оно у меня в наличии. Нет, не надо, я уже узнаю как. О, давайте посмотрим. Снарядить. Обучение Амар. Да. Покиньте порт, нажав кнопку вернуться. Покинул порт. О, да. Я выплываю. Уйдите с места стоянки. Я ухожу с места стоянки. Стоп, 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 стоп. А мне же надо эту. Приманку. А у меня приманка есть. Идите в пень, все есть у меня. Пошел, 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 пошел. Обучение Амар. Так, хорошо. Обнаружено место обитания. Необычное. Ну, конечно! Ну, вы поняли, да? То есть, вот тут, в обучалке, место обитания обнаружено. То есть, ну, мне они просто вот сделали локацию, где есть омары. А так я ее должен сам найти. То есть, по поиску вообще никаких подсказок. Ну и сейчас мне скажут, что давай составь ловушки-то, тут гарантированно. Где оно там? Плывет? Плывет. Тут типа гарантированно они есть. Я не сомневаюсь, что там где разрабы поставили, там они будут. А вон еще место обитания только что было. А, это я просто проплыл мимо, там какая-то точка была. Какая-то точка была на островах. Ух ты ж, елки. Ну, я отправился к области. Вот они сидят, крабы эти поганые. Омары вот эти сидят. Тут всего навалом. Как я такое место в океане? 94 метра. Как я такое место в океане найду? Да я не знаю. Мне сейчас сказать и пофигу. Как я его найду? Так. А, да, быстрое перемещение. То есть, вы поняли, да? По сценарию омары есть. Не по сценарию, плавай с радаром, ищи сам. Охренительно. Так, оснастка. Когтятами. Нить. Парам-парам-парам. Как отменить задание? Задание. Начать обучение. Завершено. Отменить. Пш. Да иди. Пш. Так. Оснастка. Сеть, иди сюда. Снарядить. Нет. Не надо мне сеть обучать. Так. Город... Услуги нет, рыбный рынок, орудие лова. Купить. Никакие ловушки не нужно. Продать. Те ловушки, ну что-то как-то не могу. Так, 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 так. Магазин. Че магазин? Рыба, что ли? Крючок, нож. А, понятно, бинокль это. Атрибуты. Бар. Подсказки. Свободно, давай. Пойдет. Так, у меня сейчас Ленор. Давайте смотреть новые корабли. У меня сейчас Ленор. Задумалась. А, это я самую жопу выбрал.
Тут ничего хорошего нету. Надо в другой порт ходить и запомнить, что никаким боком мне этот порт для того, чтобы корабли покупать, он мне тут никаким боком не нужен. Тут кораблей нет. Денис поет, вот Дениска мне не подходит для покупки кораблей. Так, тогда пойдем Ярмут. Быстрое перемещение. Я понимаю, что топливо жгу, но мне пофигу. Оно копеечное, поэтому я, по крайней мере, разберусь с портом. Так, причалить новые суда. Доступно. Вот. Или не вот. Нет, не вот. Бэкстабер. Гарпун и глубоководный ярус. То есть ничего нового и катерок такой, типа катера. Это дорогие. Декстер и Костерн это дорогие. О, блин, какой. Вот классный траулер. Краболов. Норфвестерн, да. Краболов. Так, хорошо. Я могу телепортнуться, вот не выплывая так. А я тут смотрел в Инглсе? Корабли, по-моему, нет. Давайте смотреть. Корабли. Новые суда доступно. Ага. Залям. Нормальный такой. А, корабль для ловли омара. Ну, такое себе. К омарам я плохо отношусь. То есть, Ингельс к нам не относится. Кстати, у меня почему-то там омаровые ловушки-то не пропали. Эй, омаровые ловушки. Ну, их нету, но они как бы есть. Ладно, идем дальше. Ингельс тоже не наш вариант. Давайте самый верхний. Дигби. Что у нас в Дигби? Новый сюда. Доступно. Скарль. Но Янки. Крабы. Ловля крабов. Тип крабовой ловушки. Омар. Такое себе. И Скарлить. Скарлить это такое краболов, да? Да, краб-стригун. Мы до него еще доберемся. Не то, что надо. Не то. Ой, надо же было сплетни собирать. Чё действительно, бар? Подсказок нет. Так, Дигби, краб, стригун. Слушайте, тут ловить-то нечего, по сути. А, быстрое перемещение. Не достаточно топлива. Я не спорю. Давайте купим топливо. Обслуживание. Нормально на 3000 нафигачил. Ну ладно, не страшно. Зато так, в Дениску не плаваем вообще, в Ингельс не плаваем. В Ярмуте дорогие корабли, дешевых там нету. То есть за 600 у меня что, Ленор что ли был? Не, Ленор, по-моему, не такой дорогой. 625, я помню, какой корабль был. А вот Ленор это был не Ленор, я и не помню как-то. Но надо найти по-любому. Так, доступно. Вот, 695, ошибался. Ярусы, омары и сеть. Ага, как-то странно, да, смотрите. Большой сун для ловли ярусом и сетью. Его можно снять для ловли глубоководным ярусом, добычи омаров. То есть четырьмя оно ловит, да? Ярус, сеть, ловля крафт. Ну да, универсалка. Вот, 695. Живет он у нас в Локпорте. А, я могу выбирать из уже купленного. Все, я понял. Ну, слушай, господа, на этом все. За 695 тысяч, а у меня есть 60. Наш ближайший корабль. Поэтому следующее видео, ну, в общем, пишите. Мне на него зарабатывать в кадре или за кадром. А на этом все, жмите, пишите. До новых встреч.